Слава Украине! Привет от Полонского! Ребята, на России спасли от страшной опасности пропагандиста Соловьева. Вы вообще знаете, что ему угрожало? О, страшное дело! Вы о чем? Оказалось, что на него полювало целых 6 очень страшных анархистов, каких-то нацистов, еще кого-то такого. Знаете, вот такие вот страшные анархисты, которые пытались, которых наняли очень злобные укропы, чтобы вот эти вот анархисты совершили наиподлейшие из подлейших покушений на Соловьева. Ну, понятно, что Соловьев уже достояние республики, ну, достояние путинской джамахирии. И без него, вы же сами понимаете, джамахирия вообще никуда. И поэтому самый первый объект, на которого вот могли вот такое вот подлое покушение совершить, это, конечно же, этот самый Соловьев. А особенно обращает на себя внимание, как и чем они хотели это совершить. Значит, у них нашли бутылки с зажигательной смесью, представляете, целых 8 штук, да. И томики и книги с разными прокламациями, там, я не знаю, говорят, что не нацистского, просто какого-то содержания, у меня просто волосы дыбом и даже уши шевелятся от такого кошмара. Я так и представляю себе, как вот эти вот неонацисты с такой, знаете, злобой выходят на улицу, чтобы совершить свое ужасное покушение на Соловьева с помощью бутылок коктейлей Молотова. Представляете себе, по Москве вот идут они такие, скачут на лошадях, наверное, с коктейлями Молотова прямо к Соловьеву, вот скачут, а вот ему коктейли пылают в руках у них с Молотовым, да. И они так долетают на Соловьева на полном ходу, а вот по другой руке у них томики Степана Бандеры, да, знаете, вот такой вот тут у него, значит, вот такой держит, на коне он скачет, тут у него, значит, это самое, коктейль, а тут томик Степана Бандеры, да. И вот теперь вот пазл сложился. Вот так они и ходили в атаку на Соловьева. И тут ФСБ такое геройское, все такое другое на белом коне или Мерседесе, я не знаю, на чем они там приехали, и спасли Соловьева, да. Вот представляете, такая вот ужасная история. Я так понимаю, что Соловьев чуть не посидел бедный, или как минимум у него ухудшился аппетит и проходимость кишечника после вот всего происшедшего. Я понимаю, в каком он шоке, конечно, сейчас. Он же свежесть журналистики там на России, вы же понимаете, это же величина какая. А на него вот такие гады, это ж чуть такого человека покуситься на него бутылкой. А еще ж могли и томиком запустить. Господи, прости. А подождите, а у каждого же из них еще по визитке Яроша. Представляете, еще? А сверху еще и визитка Яроша приконтрабупить. Кошмар просто, да, какой-то. Бендеровцы, одумайтесь. Так нельзя. С Путиным, боже, с ФСБ и с Соловьевым. Безобразие какое-то. Слава Украине.